Всем привет! У нас утречка, и я в поход. Нужно бегать, мы тут отдыхать не приучены. Если есть свободный какой-то денек, нужно все сделать быстро-быстро в этот день. И накопилось всего того, что нужно сделать. Ну, я это сейчас быстро. Выхожу, тишина. Мальчишки приехали, мусор забирает. Подожду, наверное, когда они уедут. Ну, вот такая тишина у нас тут в Нью-Джерси. Гробовая, так сказать. Мы сначала тоже пришли, думали, господи, куда это мы попали? Люди повымирали, что ли, безлюдные улицы. Но так оно и есть. Деревня. Деревня, она и в Америке деревня. Люди тут не то что ногами. Здесь они и редко когда выезжают из дома, потому что если добирается на работу на поезде, это тоже поезд. Детей в школу возят, но ногами здесь не ходят, потому и безлюдно. Но мы уже не боимся, нам так хорошо. Мы знаем, что мы едем спокойно, без трафика, что никто нам дорогу не перебегает толпами. Красота. И менять отсюда мы пока никуда не хотим. Хорошо нам здесь, в этой тишине, в этом спокойствии. Тишина и согласие, как говорится. Куда еще шило на мыло менять не хотим, абсолютно. Может, кто-то ищет, молодежь, наверное. Молодежи, наверное, здесь скучно. А нам нет, нам здесь отлично. Никто не мешает, отличные соседи. Воздух чистый, парк рядом, все рядом. Хочешь в Нью-Йорк, иди, потусуйся и приходи. Мы в этот Нью-Йорк как летим на крыльях, так оттуда на тех же крыльях быстро назад сюда. Ну вот привыкли и все. И показать вам еще раз наши места. Конечно, не в каждой улочке мы тут еще побывали. Но вот с вами покатаюсь и покажу вам, что здесь еще есть. Есть разные дома, разные проперти, на разные цены. Каждый себе ищет, кому что нужно. Поехали? Поехали! Снежок у нас еще, вот, пожалуйста, но в кучках он еще лежит, ну, куда ему деться в кучках. Но сегодня будет плюс 15, и я думаю, что из-за завтра, когда передают, что будет плюс 17 дождь, вот этот дождь и вот эта температура плюсовая, все это съест. Вот они, наши улочки, тихие и спокойные. Я даже еще тут не во всех улочках и побывала. Новые домики, смотрю, мы тут давно уже не были. Отличные дороги, правда, местами бывает похуже. Иногда здесь можно найти и дом, который сдается, который продается. Но опять же, мы сейчас за этим не смотрим. У нас другая цель сейчас в жизни. Цели, конечно, меняются, мечты тоже уходят и приходят. Но мы полюбили, вот, я не могу сказать, что все Нью-Джерси, но вот наше место, где мы в данный момент. У нас здесь вот такой вот переезд железнодорожный, здесь проходят поезда, которые идут через Нью-Джерси в Нью-Йорк и туда вглубь Нью-Джерси дальше. У нас без 20:10. Я, наверное, все-таки рановато вышла. Мне есть время вам показать. Может, даже я и не поеду направо. Я поеду прямо. Покажу вам наши места. Девочки, которые спрашивают, где это, что это и как называется, я сегодня вам покажу видео, как написать личное сообщение. Когда-то была такая опция на YouTube, сейчас нету, убрали. Вот дом, здесь, пожалуйста, написано for rent. И я сегодня Машу покажу. Я, конечно, сама бы тоже не разобралась, если бы не Маша.
Я тоже не сильно разбираюсь в технике, как написать, куда какое сообщение, объявление. Я Машу попрошу, и она покажет, как это сделать. Потому что многим, смотрю, интересно о чем-то спросить и написать, а я не всегда хочу отвечать все прямо на всю, как говорится, катушку, на всю Ивановскую, чтобы все видели и слышали. Но кому интересно, я могу ответить. Нужно писать на почту. Gmail у меня есть. Хотя это тоже и самим можно найти в Гугле, как написать сообщение на Gmail. И вам все покажет и разъяснит. Если кому-то это трудно по тем или иным причинам, я сделаю сегодня такое доброе дело. Машу подсуечу, скажу, чтобы она оставила на минутку свою учебу, чтобы она показала нам. А снег у нас тут видно, где еще тенек от дома падает. Еще лежит он тут вот кучками такими. Тишина и спокойствие. Сюда люди приходят жить уже с семьями, уже те, у которых за спиной какой-то, я не знаю, опыт, какие-то уже деньги, наверное, собраны, которые могут здесь или арендовать, или купить дом себе. Здесь очень хорошо детям живется на природе. Это как, знаете, как в деревне у бабушки. Да, вот такая вот себе деревня, где все тихо и спокойно, где не сидят все на куче. Хотя вот здесь, вот в этом районе, проперти маленькие, как бы участочки. Ну, в других городах, которые рядом тут возле нас, есть участки и побольше. Кто во что горазд, каждому свое. Домики здесь небольшие, хотя ставят дома. Это, наверное, просто старые постройки, хотя ставят дома здесь, ну, такие внушительные. Так что вот так и живем в тишине. И пусть нас ничего в данный момент не тревожит. И слава Богу, что у нас хорошие соседи попались сейчас, в данный момент пришли. Тоже семья. Я не знаю, правда ли они надолго, потому что в наших апартментах, но я не знаю, почему люди не задерживаются. Это вот мы живем здесь уже сколько? 4-й год. И соседи на втором этаже рядом с нами тоже живут. Мы пришли, они уже были здесь. А это 2 вторых этажа. А 1-й этаж постоянно меняется. Приходит и уходит, приходит и уходит. Я не знаю, от чего это зависит. Может, это люди временно берут. Может быть, помесячно снимают аренду. Не на год. Ну вот что-то... Не все здесь приживаются. Почему не все? Не знаю почему. Ну, жизнь у всех разная, и у всех разные моменты в жизни бывают. Есть люди, которые нравятся, находят здесь себя. Есть и нет, но тут ничего не поделаешь. Все, а я пошла на Zoom. Вот вам показала тут райончик свой. Нравится, не нравится, ничего не поделаешь. И поставлю вам видео, как делать нужно. У нас под окном первые проявления весны. Пафнебники. Вот они и беленькие первого цвета. И вот еще красавцы. Итак, смотрите, девочки, кто хочет написать личное сообщение, заходите ко мне на страничку, на главную. И вот сюда нажимаете на вот эту графу. У меня about по-английски, у вас о канале будет. Вот здесь. Последнее. Нажимаете. Вам открывается вот это мое письмо к вам.
котором говорится, кто я, о чем я. И вот внизу этого письма мы сегодня с Машей сделали одно дело. Выставили сюда мой Gmail адрес. Вы сюда. Также его можно найти вот здесь, внизу. Вот здесь. Вы тоже можете его открыть, нажать. Но это для тех, у кого есть почта, компьютер. Почта присоединена к компьютеру. С телефона, наверное, невозможно сюда писать. Так как и, наверное, личные сообщения тоже с телефона не писались, тут то же самое. Нужен компьютер и почта нужна своя и нужно иметь. Значит, вот мой адрес. Один раз здесь написано, второй раз вот здесь. Если у кого-то есть какие-то, ну, может быть, вопросы личные, которые, ну, не для всех, пишите сюда или сюда, это одно и то же. Чем, как говорится, смогу, тем помогу. Вот сюда потом вы переходите, пишите и отправляете. Все. Надеюсь, что помогла. Пишите. Ну вот, а раз я дома, а что наши женщины делают, когда они сидят дома? Они убирают, готовят, стирают, ну и все остальное. Ну и я. Стёпа захотел вдруг голубцы. Это после Нового года прошло сколько? 2,5 месяца. И пришли очередные голубцы. Так как я не могу делать много, я делаю мало, я делаю много. И вот таких две противни, ну не противни, а формы у меня получилось. Заливаю их соусом. Сейчас я сполосну водичкой, сюда тоже залью. И в духовку на час. А что делать? Нужно же что-то кушать 4 дня дома. Ну вот, наша вкусняшка готова. Берем крайненький. В тарелку к сметанке поближе. Можем взять еще один крайненький. Сметанку можно добавить. А может, ей этой хватит. Они вообще-то еще горячие. Вот еще порог с них идет. Главное, чтобы соленые были. Все, у нас обед. Если у вас тоже, всем приятного аппетита. Надолго хватит. Мягенькие. Я в них ставлю много лука, морковки и капусту мелко секу на блендере. Тоже туда. Вот когда у них много овощей, они получаются мягкие. Ну и нашу отличную погоду и отличный вид из окна вам на прощание. Красота, дождались. Тепло. Цветочки вот там у нас под окном. Повснежненьким. Все, мои хорошие, бай-бай. Хорошего всем дня, вечера и выходных, конечно.